сьогодні історія успіху міського голови Сергія Сухомлина. Любой человек для кого-то жесткий, для кого-то добрый, для кого-то хороший, для кого-то плохой. Я тогда написал заявление по собственному желанию и тогда начал заниматься бизнесом. Был один момент, мы чуть не завалили заказ, кстати. И у меня до сих пор там много лет мечтаю дом построить, честно, но до сих пор его не построил. В политику я вообще пришел в 2004 году. Это был Майдан. Каждый день мы приезжали, у нас такая была буржуазная революция. Мы ставили свои дорогие машины на подземном паркинге и в лыжных костюмах шли на Майдан. И вот так, в принципе, продолжалось все эти там больше месяца. Вот. И вот тогда, общаясь с Павлом Ивановичем Жебривским, я где-то поверил в этих людей и тогда пришел в нашу Украину. Стал депутатом городского совета и... Тогда, после, мы каждый раз вот, со своими друзьями хотели, чтобы в том же городе что-то менялось. Майдан больше возмутило прежде всего тогда отношение к детям, к студентам, после того, как избили детей студентов на Майдане. И я понимал, что для Украины на минимум на 10 лет закрываются вообще перспективы какие-то, про европейские перспективы и о какой-то свободе. Ну, думать вообще в ближайшие лет 10 не представиться возможным. По-перше, чи пішли б із армії зараз? По-друге, як розумієте, що відбувається, яким чином допомагаєте хлопцям? Сейчас, конечно, не пошел бы из армии. И периодически, когда есть возможность, вместе с ребятами езжу, стараюсь объехать несколько подразделений именно. Ну, последний раз мы были Промка, Авдеевка, разведрота, которая стоит фактически в серой зоне, правый сектор, который стоит в серой зоне. Общаешься с ребятами и на самом деле очень много... Во-первых, отдыхаешь. На самом деле отдыхаешь, потому что ну, там абсолютно другое общение и ценности другие. Вот самое главное, что там люди, у людей другие ценности. Для них эти подряды, эта политика, она вообще на 10-м месте. Есть друг, есть задача, есть вот сегодня день, завтра его может и не быть. Поэтому люди абсолютно другими категориями и ценностями мыслят. И вот... Многие вещи просто после этих поездок переосмысливаешь. Не, это не показуха. Причем, больше того, я вам скажу, что физически, с точки зрения физической подготовки, дай бог каждому. Он служил в армии, что дало такой серьезный опыт грузить картошку, выгружать вагоны там и так далее. Поэтому он знает, как профессионально это делать, и он это делает. А на Востоке там по-другому нет. Там некому грузить картошку, извините. Там нету кучи помощников, людей, которых можно дать команду, они будут это делать. Там, если человек приехал, привез КамАЗ картошки, лука и тушенки, то кроме его водителя и двух волонтеров, с которыми он был, там некому это делать. Поэтому грузят сами. И тяжелую работу делают сами. Я не удивлен абсолютно.
не можна перестати бути бізнесменом, стаючи міським головою. Ви все одно думаєте, як бізнесмен. Это тоже бизнес. Это тоже бизнес, потому что, ну, если вообще перевод с английского, это просто дело, да? Дело, которое ты делаешь в данный момент жизни. Я не хочу этим заниматься всю свою жизнь. Я об этом говорил. Я вообще считаю, что мэр, который там больше двух сроков, это зло, потому что, ну, надо менять, надо давать свежую кровь. Но на данный вот этапе жизни я этим готов заниматься, и я хочу показать результат, потому что на самом деле люди разуверились вообще в том, что какие-то изменения возможны. И, ну, надо сделать достаточно немного, чтобы люди просто поверили в изменения. И вот эта вера, она запустит очень много процессов и в развитии города. Люди просто должны поверить, что что-то может меняться. Они просто уже много-много лет этому не верят. Багато спекуляцій довкола кінотеатру, допустимо, Україна. Ви можете розставити акцент от сьогодні? Це вам справді було подаровано? Ну, подаровано? Яким чином це далось? І як вам вдається втримувати бізнес свій? На кому він зараз? Хто їм займається? Да, насчет подарки кінотеатру України, це, звісно, хороший вопрос. Когда мы стали депутатами городского совета, и мы занимались исключительно там бизнесом, связанным с рекламой и с окнами, были свободные деньги, которые мы думали, куда вложить. На тот момент в городе не было ни одного кинотеатра. На месте кинотеатра «Украина», в принципе, был ночной клуб, который занимал только 400 квадратных метров или 500, или 600 квадратных метров общей площади. И аренду он платил по тем ценам, по-моему, 13 тысяч гривен в месяц. То есть ночной клуб в центре города, 13 тысяч гривен в месяц аренды. Мы тогда предложили мэру Вере Тимофеевне, мы готовы взять в аренду кинотеатр и сделать, действительно, открыть первый в Житомире современный кинотеатр. За 3 месяца были проведены все строительные работы, там же не было ничего. То есть мы сняли все, вплоть до земли, делали новый амфитеатр, делали системы вентиляции, отопления, новые залы, техника, все. И в общей сложности мы тогда потратили около 900 тысяч долларов на реконструкцию кинотеатра «Украина». При этом аренду, которую мы начали платить, она, по-моему, была 87 тысяч гривен в месяц. То есть кинотеатр – социальный объект, и ночной клуб – 87 и 13 тысяч гривен в месяц. После этого мы подали на приватизацию, потому что, ну, естественно, такие вложения, и хотелось выкупить этот объект, чтобы в том числе экономить на аренде, можно было дальше развивать этот объект. Нас там где-то года полтора пытались, так скажем, неохотно шли на приватизацию, ввиду того, что у нас тогда были конфликты, конфликтное голосование по теплокоммунэрго, когда мы выступили против концессии. И приватизация этого объекта, ну, тут можно проверить, она нам обошлась по тем ценам, по курсу 5, в 1 900 000 долларов. 1 900 000 долларов – это, наверное, это самая дорогая приватизация в истории Житомира за все годы независимости. 1 900 000 долларов мы заплатили в бюджет за кинотеатр «Украина». Кто занимается вашим бизнесом сегодня? Партнер мой Александр Рабинович. Мы можем спорить, это естественно, потому что так по-другому не может быть. Я думаю, что в семье это один человек, да, на производстве это другой человек, в общении с детьми это третий человек. Ваша дружина тоже бизнес-вумен, чем занимается вы? Она занимается общественным питанием, ну, на самом деле она человек системный, для нее гораздо интереснее процесс, команда, которую она создает, она могла бы заниматься любым бизнесом, в свое время выбрала этот и занимается этим бизнесом достаточно успешно. З приводу корупції ви підтримали перший Майдан, ви підтримали і другий Майдан. Що вас на той момент обурювало як підприємця? Як часто ви носили хабарі, тому що змушені були, і які це були суми? Ну, якщо не знаю, то чому це так вас збурило, що ви прямо готові були віддавати час і здоров'я? Ну,
Те, кто люди, которые много лет работают в бизнесе, иногда взятка, которая давалась, она облегчала путь и экономила очень много времени и экономила дополнительные ресурсы. Я не говорю там взятки за какие-то там закрытия уголовных дел и так далее. У нас, слава богу, этого не было, но были моменты у нас и в плане строительства и так далее. Эти моменты все были. Як часто до вас приходять в кабінет із проханнями? Чи пропонують вам хабарі? Завжди є такі, які самі це роблять або через когось? Ну, изначально, поначалу було довольно часто. Довольно часто я, это ще будучи роботою першим заместителем. Ну от, я вам просто розкажу один пример, коли ще, по-моєму, в 2014 році пришел киевский бизнесмен, у которого два года не получалось в Житомире запустить проект по биогазовой станции на полигоне. Описав этот проект, я понимаю, что этот проект городу нужен просто. Там, начиная от того, что выбросы метана в два раза уменьшаются, там экологическая ситуация, отсутствует возгорание полигона, условия для возгорания, я понимаю это. Я говорю, ну проект классный, почему вот ты два года ходишь, почему не реализовал? Он говорит, ну, просит 20% участия в компании. В сумме сколько это? Ну, нельзя называть в сумме. Проект, который стоит там для него там условно, ну, примерно там 1,5–2 миллиона долларов, то есть просит вот участие, долевое участие в компании в размере 20%. Я ему тогда задаю такой вопрос, сколько не жалко? А он говорит, ну 10% это. Я говорю, а давай это 10% прописываем, 10% от реализации ты отдаешь в бюджет города напрямую. Он говорит, меня тогда это вообще устраивает, потому что тогда ну, я защищен при смене любой власти. Я имею отношение не с конкретным чиновником, там, который, а я имею в виду отношение с городом. Не мы его используем, а он скорее нас использует. То есть все загружены по полной программе. Один занимается выставкой, другой занимается помощью детям, третий занимается поиском автобусов для экскурсии детей в лагеря, четвертый занимается финансированием, помощью финансовой школам и так далее и тому подобное. А личных вещей не просили, да мы как-то привыкли сами вопросы свои решать. И в общем-то, и решали им всю жизнь, решаем сами. Поэтому чего-то такого, чтобы зависело от мэра, у меня, например, нету. А вопросы помогать, вот как можем, так и помогаем. Мы одна команда, уже 25 лет. Это, ну, хобби пока интернет, да, ну вот это раз, но это такое, это больше даже вредная привычка, вот. А, ну, занятия спортом, сейчас у нас катка нет, а вообще хоккей, конечно, это то, где там мозги проветриваешь за час выхода на площадку, проветриваются мозги конкретно. И бег, вот это то, что хобби, которому я действительно сейчас уделяю время. И то есть каждое утро, это в 6:30 утра, 5 километров, по выходным больше, каждый день, и нормально. Сергій Іванович, не можу не запитати з приводу бігу про марафон. За вас переживало все місто, я особисто. Навіщо вам було бігти 21 кілометр, коли всі зіркові гості пробігли благополучно 5 кілометрів і все? Навіщо вам такі навантаження? Що це було для вас? Ну, сказать, что, ну, дурацкий поступок, я скажу, что это был дурацкий поступок. То есть это где-то было ребячество, и я вот иногда люблю там себе доказать, что я могу. И, ну, на самом деле это было именно это. То есть это человек, который, вот он себе поставил цель, он будет там на коленях ползти, но вот он финишировал. Thank you.
бежал с каким-то парнем, вот мы что-то так разговаривали, бежали. Да, причем такой знакомый, ну, не, ну, познакомился во время гонки. Бежали с ним, бежали. Вот, и после третьего круга я говорю, все, я, по-моему, у меня уже так что-то ноги блоканулись, говорю, после подъема я, наверное, буду сходить. Он говорит, надо бежать, надо себя заставить, надо это. И вот он меня поддерживает, вот он меня поддерживает, и я вот все, собрался, все, подавил себе эти все там желания и дальше бегу. Бегу, 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 еще вот пробегаю, почти этот круг заканчивает. И вот он рядом со мной бежит, сначала это все, потом раз-раз, говорит, все, я уже не могу, я, наверное, пойду. Это просто в сторону раз и пошел. И для меня... А так он все виноват. И он просто взял так после третьего круга и сошел, блин, через буквально там километр. Ёлки-палки для меня. Ну, это зрано, несмотря. Ну, на самом деле, я раньше бегал. Один раз я бегал, правда, несколько лет назад, когда находился в гораздо лучшей форме, бегал такую дистанцию. А здесь оно все наложилось, работа, день города. Я потом читал правила подготовки к марафону, там 5 пунктов основных. Вот эти вот, если брать по пунктам, я все эти пункты как раз и нарушил. Начиная от подготовки, питания, вот я все эти пункты нарушил. Но сейчас готовимся к следующему марафону. Будете бегать? Буду. Який бизнес для себя відкриваєте? Ну, ви хотіли б займатися ним, коли звільнити час? Да всім, чим угодно. На самом деле, очень много... Все, что связано с энергоэффективностью, это новые технологии, это там солнечные батареи, это электротранспорт, это вот все то, что имеет перспективу, огромную перспективу в Украине. Эта ниша абсолютно сейчас свободна, она занята там на 0,5%. И это все, что это действительно является перспективой для Украины. Для Украины огромная перспектива – это организация сборочных производств. То есть фактически человек, который имеет опыт в организации бизнеса, может на данный момент выступать просто посредником между европейскими компаниями, китайскими компаниями и так далее, которые хотят организовать производство для европейского рынка. И вот перспектив очень много, и Украина может быть абсолютно подменить собой где-то Китай, ввиду близкого положения к Европе, пока дешевой рабочей силе, дешевым энергоносителям, я имею в виду, если энергоносители пересчитывать в европейскую валюту. Очень много ниш, где можно быть успешным. Яка ваша мрія? Яка пов'язана з містом? Ви сказали, якщо встигну за один строк. Какую задачу максимум ставить вы себе? Запустить те процессы, которые будут необратимыми. То есть у людей должно возникнуть чувство веры в изменения, они должны увидеть эти изменения, и они при смене власти, они уже от власти должны требовать вот такой же темп изменений, поддерживать такой темп изменений. Почему Сухомлин успешный человек? Ну, потому что... Потому что он ставит цели, добивается их, ставит следующие и идет вперед. Вообще успешный человек, в моем понимании, это может быть человек, который воспитал ребенка. Твой ребенок должен быть лучше, чем ты. Ты должен закладывать в ребенка те качества, которые помогут этого ему достичь. Поэтому успешность – это, наверное, просто любимая работа. Если она есть, замечательная, любимая семья, я здесь успешный, да. Успех. Успех – это его жизнь. Да, он успешный человек. И более того, он делает всех нас успешными. Мы подтягиваемся к его рамкам, мы подтягиваемся к его планкам. А планки он всегда ставит такие неимоверной высоты. И когда он делится своими мыслями, когда он делится своими планами, я говорю, слушай, ты действительно думаешь, что это все можно сделать? Он глаза квадратные делает, а ты что, нет? И проходит какое-то время, я понимаю, что он был прав. Я вас правильно зрозуміла, вы готовы быть мэром максимум 2 срока? Ну, это максимум. А возможно, если удастся сделать и за один срок, потому что запустить этот процесс за один срок и достаточно одного. Потому что, в таком ритме работать, постоянное напряжение и моральное напряжение, это достаточно тяжело. Есть семья, есть любимое дело, которым там любишь заниматься, и ты себя в любом случае ограничишь. Ограничишь себя, свою семью, поэтому я точно не понимаю тех людей, которые могут этим в
таком ритме, если действительно отдаваться этому делу, там, работать там, десятилетия, это ненормально.